Всем привет, друзья! С вами Михаил. Это игра Trials of Heroes. Началась новая игровая неделя. Вышло новое обновление. Давайте познакомимся, посмотрим своими глазками, что нам подогнали разработчики в этот раз. Может, эта неделя будет не такая скучная, как предыдущая. Так что давайте знакомиться. Всем, кому нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Оставляйте вопросы, комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Погнали, друзья. Итак, продолжают объединять сервера. Ну и черт с ним. Мы уже попали в эту мясорубку. Новый вызов славы. Хорошо. КамАЗ-отца так они ударения не хотят поставить. Ну и ладно. Новые облики Лилит Сот надо не забыть посмотреть. Оптимизация каких-то там ошибок. Итак, друзья, начинается у нас родник душ. Двукратный шанс получить осколки героев. Наберите определенное количество очков, чтобы получить награды 7 раз. Можно крутануть. Ну, посмотрим, кто у нас там родник Пегаса. Удачный случай. Во время событий вы можете получить удачный случай, счастливую бумагу через автобой. Ну, понятно. Автолут. Меняйте счастливую бумагу на щедрые награды. Ну, посмотрим. Мы уже эти праздничные, блин, фейерверки, дуплеты, эти куплеты уже насобирали на большие награды. Спасибо большое. Сейчас, кстати, сольем. Сошествие Купидона. Итак, во время события подсвечивать пару героев, вы получите приятные награды. Ну, посмотрим. Это циклическое событие, раз в год бывает. Посмотрим сейчас на него, какие там пары героев. Меняйте кольца любви на награды. Набор покупки нахфиг. Нахфиг. Счастливая бумага 100 штук. Событие входа. Спецпредложение. Нафиг. Так, друзья, КамАЗ-отца этот, погнали смотреть. Набор. Понятно, нафиг. Так, рулетка обычная. Артемида. Причем 300 прокрутов, да? Друзья, ну может даже покручу. Не знаю, разок покручу, чтобы ресурсы взять и эмблемы. А может даже два. И плюс еще хочу прокачать Артемиду, друзья, на 4 звезды. Для зелени. Может запишу отдельное видео по поводу как мысли по поводу того, как закрывать разлом за зелень. Решил я не качать Кернуна. Ну это отдельный разговор. Так, продолжают у нас колеса давать по скидке. Вроде тут траты никакой за алмазы нету. Возьму на всякий случай. Так, Пегас. В Пегасе Кернун, друзья. Кернун и вот Шаркан. Ну, это, конечно, 20 эмблем это, конечно, пригодилось. Кернун тоже. Но я решил его не качать. Я думаю, обойдусь и так. И эмблемки на прокачку статуи, да? По-моему, это. Не знаю, друзья. Пегас, наверное, не буду крутить. Мне этот Шаркан. Так. Закрываем это событие предыдущее. Обломовское. Просто забили на фри-ту-плей. Возьму корм. Охренеть, сколько корма. И золотишко. Так, ладно, потом наклацаю это, чтобы времени не тратить. Итак, дуплеты. Так, дуплеты. Это у меня нету Гелиоса. Этот я не закрою. А вот и Шаркан предлагают с Ипполитой. Угу. Ну, сейчас посмотрим. Инфернальный мастер. Ну, всех новых, короче.
Лилиц Грэмори есть, Амон с Шар есть, Кернун с Хероном нету, новый Сникс тоже нету, Балдар Гаспар есть. Так, их сколько нам дают этих колец? Давайте сразу посчитаем, друзья, я думаю. 10, 20, 30, 45. 45 колец. Ни хрена себе. 300. 300. За сундук? Подожди, а что, может еще где-то будет? Ну, автолут, короче, понятно. Автолут, понятно. Подожди, что-то я не въехал, друзья. А, тут вот еще вторая какая-то. Ага, друзья, видите, а тут за прокачку уровней. Во как сделали в этот раз. А я думаю, ничего себе. Так, тут у меня. Ну, извините, шар я через замену, поэтому у меня. Ну, это тоже странно, когда заменяешь, попадало, оно не подсвечивает, и смотрите. Пролет. Так, тут есть. Лилит я тоже не делал, я ее хочу заменять, и Балдора. Амон Гелиас, тут пролет. Тут пролет, тут пролет. И тут у нас что? Ну, тут вообще это для тех, кто прям прокачивал. Ну, не знаю я, друзья, но для фри-то-плея такое количество героев прокачанных. Вряд ли получится. Ну, короче, посмотрю. Ну, на 10 звезд вряд ли получится кого-то провести. Ну, такое себе. Такое себе. То есть шанс есть. Но для тех, кто хорошенько задонатит. А давайте заберем все, что у меня есть. И сколько у меня получается? Колец 60. 60 колец, друзья. На что я могу рассчитывать? Где там эти кольца? 60. А не нахренашеньки. Друзья, я могу рассчитывать. Надо будет смотреть, может вкинуться в кого-то прокачать. Ну, до куда? До сотни. 150 это. Ну, не знаю. Это называется, друзья, вопрос по поводу качества и количества. Вот смотрите, здесь кто в качество вливался, делал, например, какие-то болванки и не сделал себе вот этих героев, которые вроде бы неплохие, никто бы в здравом уме их на корм не пускал на прокачивание. Тут же сот. Ну, то есть замена героев вообще себя. Замена героев показывает, что ты в пролете на таких ивентах. Ну, собственно говоря, друзья, проходит раз в год и заморачиваться за него. Ну, посмотрю, может, что-то получится прокачать. А так именно специально. Думаю, друзья, не буду. Так, давайте облики еще мы новые. Кто у нас там был? Сот. Галерея обликов. Что у нас там? Вот это, да, получается? Да ну, блин, ну что за гомосятня? Зачем, блин? Так, а Лилит? Ну, Лилит это лимитированный, да? Или вот это? Шар этот я не видел. Ну, вот это, наверное. Ну, это еще куда ни шло. Ну, все, блин, в розовом няшном этом тоне. Не знаю, друзья, мне не зашло. Пишите в комментариях, как вам.
Что думаете по поводу нового события? У кого-то получится собрать там, я не знаю, за 300 колец вообще молчу. Пишите, друзья, как вы это сделали, делитесь опытом. На этом будем заканчивать, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Всем хорошего настроения. До новых встреч.